В этом году российская студенческая весна пройдет в юбилейный 30-й раз. Фестиваль молодых талантов в этот раз откроется в Самаре. Ульяновск представит 55 юношей и девушек. Отправилась команда ранним утром от педагогического университета. Ребятам раздали толстовки лилового цвета с символикой фестиваля. Участники переоделись и сфотографировались на память. Эта веселая команда будет выступать с музыкальными, театральными и танцевальными номерами в крупнейших самарских залах. Например, второкурсница Кристина Чистопольцева сыграет в постановке «Про любовь». Я играю главную роль, получается. У нас две главных роли. Это мальчик, культурный организатор филологического факультета и культурный организатор физкультурного факультета. И вот у нас с ним там происходят конфликты. И в конце мы просто влюбляемся, и все красиво заканчивается. Студентов поприветствовал председатель Ульяновского отделения Российского союза молодежи. Для Сергея Терехина студвесна – это всегда особенное и милое сердцу событие. А в этот раз еще и дата круглая. В 2022-м студенческая весна проводится не только для учащихся вузов. В этом году пройдет впервые в рамках студенческой весны трек «Российская школьная весна». Кстати, наши ребята тоже участвуют, ульяновские вокалисты из ДШИ номер 12 и хореографы. Молодой состав «Дэн Савиню» поедут бороться за призовые места и, может, и за победу, конечно же. В этом году впервые пройдет в Челябинске уже в начале лета первый всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди колледжей и техникумов. В Самару отправится делегация из 85 регионов нашей страны. До 24 мая студенты будут показывать более 2000 номеров, а после комиссия выберет лучших. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Улправда ТВ.